Всем привет! Мы находимся в Третьей Славянской церкви. Кто не знает, вот так она выглядит. Почему мы сегодня собрались? Сегодня пятница, 29 апреля. Мы празднуем babyshower у Маши, нашей дорогой почти сестрички. Вот. Мы находимся сейчас в поле. Вот первая Жанна, которая помогала тут с decoration. Всем идем теперь другим братьям, сестрам. Вот только одни сестры. Вот Ма, Дина, старшая сестра приехала здесь, Элла. Так что сейчас мы у них их заснимем. Так чуть-чуть. Мне сказали интервью заснять. Муж приказал интервью заснять. Элла, нет, Ай. Это Аня, тоже помогает с декорациями. Смотрим, что здесь имеется. Вот топ, стол. Всем. О, привет, Тома. Как дела? Давно тебя не видела. Привет, скажи хай. Муж застал мне интервью заснять. Серьезно, да, потом интервью. Потом, сейчас да, голова еще не там, не в интервью. Здесь, да. Здравствуйте. Кого мы видим? Снимаем вас. Ой, привет, Анечка. Я помню, как раз вас видела ровно 3 года назад на своем бэби-шоуре. Да, конечно, помню. Так что это. Привет, Томочка. Как дела ваши? Хорошо. Хорошо. Идем дальше. У нас здесь тортик. Такой красивый тортик. Привет. Еще не закончили. Еще не закончили. Значит, идем дальше. Тут у нас, ой, сколько много сладостей. Наверное, собирается очень большое мероприятие. Много людей. Идем дальше. Столик. Ноты. Мы видим на столе ноты, потому что Маша у нас музыкант. Идем дальше. Много-много цветов. Маша очень любит цветы. Полевые, красивые. А вот у нас будет свой диджей на празднике. Да, Валик, Валентин, Коряка. Самый лучший барабанщик Сакраменто. Пианино. Самое главное, пианино. Так как Маша играет только на пианино. Нет, не только на пианино. Барабаны. Ну и вот гости подходят. Единственное, что ветер сильный. Сильный ветер, все хочет здесь убрать. Уже снимаем наши гости. Тетя Нина, тетя Лиля. Так что увидимся дальше. Что же будет дальше? Интересно. Программа. Огоньки. Все как надо. А вот наши... I will subscribe. О, все, она пообещала. Ну ладно, скажите что-нибудь, какое-то пожелание Маше и Машиной будущей девочке. Чтобы она все время щечки целовала. Кто? Девочки. 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 А что еще? Что еще? Ну, чтобы, когда ребенок плакал, чтобы было у нее мудрости, когда ребенка оставлять, чтобы поплакал, и мудрости, когда надо успокаивать. Хорошо. Еще что-то добавить? Идите, нам очень много adventures. Несмотря даже, что маленький ребенок, несмотря если... Думаю, что это проблема с Машей, Серёжей. С опыта жизни, да? Давай. Ну да. С малых лет, чтобы шли на adventures, потому что тогда это и развивает дитя. Окей. И just, yeah. Go on adventures! Okay. Okay. Spend it with her. Take many pictures. Save all the pictures. And print them out! Все silly moments, которые она будет иметь, их не девчонка. Хорошо. Мы скажем Сереже, чтобы он помогал Маше делать все pictures. А то они так быстро растут, эти дети, что... И все. Чтобы она не оставляла вот еще. Не оставляй свой creativity. Keep going with it. Don't just leave it. Keep развивай your hobbies and your talents. Okay. You have so many. Спасибо, girls. Идем дальше. Подожди, еще раз. Расскажи, что здесь будет происходить, Мария. Здесь будет происходить благодарение Богу за то, что Бог дал нам бабичку. И... Где бабичка? О, Бог, какая большая бабичка. И все, которые молились, будут благодарить сегодня. И мы просто будем праздновать. Так что классно. Так что приходите. Через камеру перелазить. Видите? Илайджа, ну так хотел пойти, говорит. Жалко, что нельзя мужчина. Или он так просился. Мы хотели сделать.
продолжение нашего мероприятия. Гости почти все сборы. 25 было. Вот у нас все разные. Надежда приехала из самой Чукотки. Да. У нас тут тоже холодно стало. Да, холодно стало. Здравствуйте. Я только раздеваюсь, сразу там бабушка. Я вас снимаю, да, обязательно. На память. Да. На память Маши. Всех заснимаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Аня. Мы знаем. Да, мы не знали. Илюшина жена, а я невестка. А, все, все поняла. Все поняла. Здравствуйте, мама. Здравствуйте, здравствуйте. Идем дальше. Кто у нас здесь? Новое предложение. Вот идет еда. Так что все классно, только единственное, что очень-очень ветрено и очень-очень холодно. Привет, Ирочка! Можешь тебя заснять с твоим красивым мейкапом? Ой, sure! Я решила сделать что-то экстремальное. Экстремально? Но ресницы, конечно, тебе очень-очень. Да, мне они самые больше нравятся. Тебя бы еще ближе засню. Вау! Привет, Светочка! Светик! Светочка, привет, зайка. Ты мне еще старше, ты пойди поставишь, не испортишься на холодильник машину. Да, да. Сама? Тайжан, вот. А, вон Тайжаночка. Тайжан, скажи, ай, а где Лео? Дома. Сказали же, по желанию. Да, я тоже. А я думала, позвонить, сказать. Плов улетает, а вот плов. Чуть не улетел. Я думала, тебе позвонить, что она ну, я оставила его на папу. Ну все, все сбои, скоро начинаем. Дальше. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш, какое словословие. Вот как бы нам научиться молиться Господу с такой радостью, не умножайте речей надменных, дерзкие слова, да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает... Сколько раз? Семь раз. Представьте, семь раз. Бесплодная рождает 7 раз. Так что слава Богу, Бог дает. Вот кажется, какая скорбь. Это тот поймет, кто не имел детей. Тот поймет, что это какая большая скорбь. И 112-й псалом Давид пишет, неплодную вселяет в мать, в дом матерью, радующуюся о детях своих. Аллилуйя! Поэтому мы должны благословлять Господа и принимать детей, и для Бога взращивать и отдавать, чтобы умножалась Богу слава, чтобы были те люди, которые славословят Бога, ибо только это угодно Господу. И здесь дальше, в этом же, в второй главе написано, прославляющих меня прославлю. Поэтому давайте славить Господа, благословлять. И вот Машеньку благословим, потому что Бог подарил ей плод чрева. И мы молились об этом много. Значит, мы помолимся как бы на начало этого служения и будем кушать, а потом все пожелания. Ира и я тоже знаю, Маша, твои приехали, и мы дали родственнику золотую ногу. Да, я у нее была. Девочки, меня зовут Ирина, и я Машу знаю 24 года. Потому что мы в церкви 4 года, а вместе вели воскресную школу в прошлом году. Очень нежная, приятная, творческая личность. Слава Богу, что Господь посылает им ребенка. Меня зовут Женя, и это наш мой маленький Айзек и Маша, моя двоюродная сестра, мы уже знаем, как еще с Днепровска приезжали к ним сюда домой, было очень весело, 9 детей, всегда интересно.
пор интересно с ними. И очень рада, что будет девочка. Да, Айзек, скажи, скажи. Ну, говори. Знаю, как она родилась, потому что я ее нянчила там, ну, всего несколько лет, потому что потом уже в Америку никогда не приехали, потому что мы уехали. Так что очень приятно. Слава Богу, что есть Господь дает мне. Машей, я с ней познакомилась like 1999, I think. Очень добрая, хорошая и как-то так еще keep contact. О, познакомилась с ней, почему как здесь только? Очень повезло иметь таких друзей и родственников. She pushed the turn for you. He's recording me. It's hard to hear. You're not mad at me, are you? I just hate being in front of people. Чего она смеется? Чего она смеется? Она совсем смеется. Что я? Когда были в Украине, я приехала из Харькова и рада именно, что попала на этот праздник у тебя. Вот. Помню, да, наши письма. Я жила живу в Харькове, а Маша жила в Днепропетровске. И мы переписывали письма друг другу, писали каждый раз. Или отрезали волосы, или ногти, или кровь. И говорили, писали, это мои ногти, это мои волосы. Я вспомню тот смешной случай. Мы всегда что-то особенное друг другу отправляли. Ну хорошо, что зубы не вырывали. Ну, были маленькие, да, ну, очень рада, что попала в этот праздник. Скажи, пусть это на голове. Пусть скажет это на голове. Меня зовут Алена, я Машина подружка, еще как только мы приехали, наверное, в Америку и познакомились в Третьей Славянской. С самого начала мы в молодежи были, с Олей Дубягой, с Валей Дубягой и с Машей, с Томой, потом... Ну, нас много было. Кристина, Трошина, все-все девчонки. Вместе молодежки оформляли, вместе... Маша все, конечно, у нас рисовала. Она в этом супер. Да, вместе. А теперь мы так рады за Машу. Мы молились за нее. И мы очень рады, что Бог ей послал доченьку. И надеемся, что... Доченька тоже будет и дальше тоже такая талановитая, а самое главное – Божия. Мы за это будем молиться, и вы тоже. Спасибо. Надюша. Меня зовут Надя, я жена... Громче. Я первый раз познакомилась сначала с Машиной картиной. Вот она висит... Мама Любы, да, в доме, да. И мне Алик рассказывал, как Маша ее нарисовала, и кто там на подпиле, я так вообще это говорит. А потом, когда сюда приехали, и тут видела, как Маша уже учит, я так...